think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ночным бравлерам привет. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня утренний обзорчик вчерашних поездок вечерних. Такс. Что интересного у нас есть? Давайте начнем с русского. Все-таки, может, там ввели у нас лабораторию. Конскую лабораторию. Так, ежедневный бонус, понятно. Пакеты накопления. О, временные акции. В принципе, ну, все равно даже мелкие паки херня. Халявы никакой нет. Подарок среды. Кватайка. Кватайка. Ого, 20, ничего себе. Блин, чё не 30? И чё не на сардельке? Неплохо. Войди в игру. Набор. Рулетка, счастливая кузница. Нету, что ли? Да, не вижу пока. Странно, нету, не запустили еще. Карта богатства. Парящий остров открылся. Старенькие плюхи в парящем. Ну, что-то скудненько. Ну, магазин скидок. Кто успел нафармить, ребят, монетки, и могут себе вот истинная вера неплохо прикупить истинную веру. Ну, отсюда мешки зефира первые, я не знаю, я бы на месте всех брал бы истинную веру. А у кого есть монетки, ну, на русском сервере истинная вера для барда того же самого, кто получил его, изи будет. Надо забирать, забирайте истинную веру. Ну, на русском, как вы видите, магазин скидок хромает по сравнению с другими серваками. Да, нету. Нету у нас лаборатории. Такс. Поехали. Конская лаборатория на русском пока недоступна. Странно очень. В принципе, значит, через пару дней запустят. Такс. Поехали дальше. Посмотрим. Магическая на этом есть. Патрик Дэй. Трэжи майнинг. Обалденно. Опять та же самая, ребята, акция. Просто бомбическая, как по мне. Бесплатная попытка. Тут нету такого, как на русском сервере. Нету такой халявы. Так, чарующие изменения. Трэжи майнинг дискаунт. Вот монетки с этого, смотрите, две карты сразу же можно купить. Супер, я считаю, вот, реально стоит, ребят, стоит. Ну, это английский сервер, на котором реально стоит потратиться на такую тему. Ну, разница, вы видите, две карты донатных. То же самое, по-моему, где у нас и на Тайване было. Вот обалденно поменяли просто, и карта есть доступна. Не знаю, на русском сервере, когда это ожидать, интересно, но вряд ли это будет очень близко. На русском сервере уже был свой трэш, кто пропустил, наверное, думаю, пожалели. У меня эти карты нафиг не нужны, у меня как бы герои есть. Тут еще интересного есть.
6250 сменки. А, давайте сыграем ради интереса. Я немножко... А, у меня максимум. Киньте. Забит полностью. Неплохо падает с утра. Так, окей, поехали, посмотрим. 13к мы с вами потратили. Как обычно, есть. Серебряный тоже есть. Ну, смотрите. Так, отлично идем. Золотого, правда, еще не вытащили. Ну, я считаю, это вообще бомбический. Цель сейчас ввели. Thunder God. Конечно, нету такой халявы, как на этом... на русском сервере. Такс. Посчитайте, мы с вами 30к потратили. Да, золотой что-то хреновенько падает. Ну вот, золотой получили. Ну, минус, грубо говоря, 10 попыток, минус 3к. Ну, где-то 25к. 25 тысяч, сейчас мы посмотрим, какие в итоге мы плюхи с вами получим. Ну, по сравнению с русским это не сравнить, конечно же. В долю не падает русскому серверу. Так, забираем отсюда плюхи. Открываю, чтобы места было побольше. Ну вот это, наверное, на сегодня самая имбовая акция, которая есть. А, нам еще вот плюшки поприходили. Ну вот, блин, что я могу сказать? За 25к вот такие вот плюхи. Ну, это реально круто. Плюс, ребят, помимо этого, вы заходите вот сюда. Так, я надеюсь, там музычка у вас нормально. Не особо громко, не громче, чем я. И забираете, у кого есть, ну, здесь можете просто роли там дособирать нужные итемы. Кому нужны камни, кому нужны карты. Ну, карту я и так, как видите, получил. Ну, камешков у меня хватает. Давайте посмотрим, что тут интересного есть. Ну, вот даже так вот взять. Free Refresh. Ну, конечно, лучше... Ну, понятно, вы заберете однозначно вот эти вот плюхи, карты. Что я могу сказать? Вот так вот. Так вот живут на других серваках. Такс. За 25к, блин, ну извините меня, получить столько плюх, реально круто. Так, Асурик, Бардик. Ладно, и свалим. Так, отлично, ну вроде с этим разобрались. Плюхи реально классные. 25к. Ну да, сундуков как на русском не насыпало, но, блин, акции бомба. Ой, закашлялся аж. Кофеек не сделал еще себе. Так, это все понятно.
Ставим пока. Что у нас еще есть? Лаборатория. И забрать попытки. Так, зайду, заберу. Кодиках. Так, где там мои кодики? Заберем. Я там скины первого левела, по-моему. Потом посмотрю, ладно. А пока понабираю попытки. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.